Привет, солнышко, рад видеть тебя на своем канале, и это вторая часть моего влога с моря. Надеюсь, вы уже посмотрели первую, если нет, то смотрите, хотя, в принципе, она не такая интересная. Короче, 0 дней до моря, потому что мы едем сегодня. Я вам покажу все сразу наши сумочки. Здесь вот мой рюкзак, который я беру с собой в машину и в поезд, он прям будет возле меня. Тут у меня пауэрбанк. Тут второй телефон, там еще подставка по телефону, всякие пенал, короче, ежедневник. Так, это мама еще не положила. Здесь у нас вот сумки. Здесь у нас что-то там лежит. А, тут обувь у нас. Здесь у нас огромная сумка с одеждой. Здесь лично моя сумка вообще с моей одеждой, потому что моей одежды больше всего. А тут брата и мамы. Ну, наибольше, в принципе. Здесь у нас вся еда. А, еще рюкзак будет, скорее всего. Рюкзак, в котором еще будет еда. Вот тут мамин фитнес-валик. Короче, да фига мы берем. Также я во вчерашнем влоге говорила, что, типа, приведу себя в порядок. Вот я сделала вчера себе маникюр. Вот такой вот, ну, просто чисто... Что это? Капец, неровность. Просто чисто привела ногти в порядок. Все кутикулу спилила, там все лаком покрыла нормально. И педикюр на ножках. Точно такой же лак, что все так сочеталось. Вот, еще на море, если что, смогу переделывать. Я буду ехать все 2 дня. Самая обычная удобная одежда, в которой я буду спать, есть, срать и так далее. Также я второй раз помыла голову, потому что вчера я ее помыла тоже утром. Но что-то я не думала, что у меня 2 дня голова только чистая. А если со вчерашним днем, то это будет уже 3, и у меня на последний день поездки в поезде уже будет голова, не голова, а не знаю что. Поэтому еще раз помыла. Мы через 15 минут уже выходим, и время прощаться с нашей кошечкой, потому что мы ее не берем. С ней остается тут папа, мы едем. Да, Марусечка. Мне все равно, что я в черной одежде, главное с ней попрощаться. Ты мою девочку. Я буду так по тебе скучать. Ты моя вкусненькая. Ты даже не подозреваешь, да, что скучать будешь. Матька, ты будешь скучать. Мы тебя знаем. Да. Мать, вот так еще. Ну, прости, прости, Матька. Прости, прости, Матька. Я просто тебя обнять хочу. Ну, что такое? Она у нас руки не любит, вообще не любит руки, с самого детства. Все кошки любят, ну, многие кошки любят, когда их тискают. Это вообще не любит, да, Маська, когда ее трогают? Ты у нас токсик, абьюзер, арбузерша, да? Все, иди, иди, все, прощалась я с тобой, моя девочка, не могу ее отпустить. Можно тебя с собой забрать в сумке, поедешь с нами. Ладно, все, давай. Так, я точно собрана. Я не помню, говорила я или нет, но как вообще все будет проходить. Значит, сначала мы сейчас будем ехать в Самару. Приехать в Самару, из Самары уже садимся в поезд. Вот, потому что у нас в Тольятти хоть и есть вокзал, а там не ходит этот поезд. Oh boy. You know, I know you're making up the truth. Why can't I go before I lose my cool? I love you even if it's difficult. Don't worry just because I need to leave. Don't mean I'm sick of us, of you and me. I'm just not good at showing sympathy. Give me a break. I'm not angry. Все, мы сейчас сядем скоро в поезд. Вот вообще круто.
все выглядит. А я буду есть сейчас пончик. Вот такой вот самый обычный пончик. Красота. Да. Вот. Значит, здесь у нас я сижу, там еще наверху можно. И, короче, здесь у нас столик, там окно, и все. Вот такие вот дела. У нас прекрасная женщина-соседка. Поэтому нам будет круто ехать 2 дня. Не знаю, буду ли много снимать, но надеюсь, буду. Завтра ехать. I'm not angry anymore. Я второй раз покушала. Вот, мы там где-то едем, не знаю где. Но где-то. Вот. Все, в принципе, круто. Это день 2. Я сейчас завтракаю. И чаечек. Вот. Спалось ужасно. Постоянно просыпалась. Вообще все, ну, нормально, но ужасно. Скоро станция. Мы там выйдем, погуляем. Аж 33 минуты в Волгограде. Вообще круто. Вот, остальные станции у нас очень коротенькие. Где-то по 2-3 минуты. Класс. А ехать нам еще один день и ночь. И вот в 7 утра завтра мы все, приедем. Я все хочу залезть, чтобы купить.